добрый день. Вы главный арбитр предстоящего турнира. Какие особенности судейства в женских шахматах? Особенностей судейства нет. Судейство такое же, как и в мужских шахматах. То есть, а игра другая. Значит, вы будете судить строго и справедливо? Строго не обещаю, справедливо постараюсь. Без снисхождений? Без малейшего. Ну, а все-таки это же женщины, и как-то вот... А я их всех люблю, поэтому буду судить равнозначно. Спасибо большое. Пожалуйста.